Всем привет от компании MCL, с вами Татьяна. И сегодня я хотела бы рассказать о проведении государственной санитарно-эпидемиологической экспертизы на продукции, которая изготавливается. Государственная санитарно-эпидемиологическая экспертиза – это вид профессиональной деятельности органов государственной санитарно-эпидемиологической службы, который заключается в комплексном изучении объекта экспертизы с целью выявить возможные негативные факторы на предприятии, также установить соответствие объекта экспертизы действующим санитарным правилам и нормам. За результатами такой экспертизы разрабатывается заключение, которое может подтвердить соответствие либо же несоответствие объекта санитарной эпидемиологической экспертизы действующим правилам и нормам. Целью проведения такой экспертизы является определить соответствие либо же несоответствие данным правилам. Профессионалы компании MCL проведут предварительный аудит соответствия продукции, которая изготавливается на предприятии, действующим государственным правилам и нормам. В случае необходимости могут разработать механизм для ее улучшения, а также организуют проведение санитарно-эпидемиологической экспертизы для производимой продукции. Обратившись к нам, вы будете уверены в качестве выполненной работы. Большое спасибо вам за внимание.